Опа! Вот это, сука, да? Команда. Вы что, так стали тупо именно? Макс такой высокий. А я блин. Так, братва. Здорово. Всем пацаки, вотсапчик, всем привет. Все вы знаете, что мы на 250 тысяч обещали кукинг стрим. Прикольный. И пацаны вообще тупо занимают полкамеры. Оставьте с ним очень лучше. Ну что, всем пацаны, вотсап, всем приветики. У нас сегодня, пацаны, пицца челлендж. Это пицца с разными начинками. Начинки могут быть и острые, и соленые, и кислые, и вкусные, и невкусные. Короче, пацаны, будет очень много. Но для начала, чтобы пиццу начать, надо сделать тесто. По тесту мы все не а-ля улю, потому что вы знаете, как я делаю эти ебучие печеньки. Слава Украине! Героям слава, хлопцы! Героям слава! Так, ну что, пацаны, для начала, братва, чтобы там сделать пиццу, ингредиенты, пацаки, мы пока не палим. Уже потом, красивенько, охуенно, когда уже будем бюллетень с ингредиентом доставать, потом уже вы это все будете видеть. Потому, пацаны, нам сейчас надо сделать охуенно тесто. По тесту мы все не а-ля улю, потому Сашко за прибор, как говорится, за руль, дай и боже, полетел делать тесто. Дай боже. Вот а шку, ты платишь? А мы сейчас ёбнемся. Так, вот сколько? Ну, заместись. Чин-чин. Спасибо большое. Присаживайся, братанчик. Да. Только желательно дать сразу цель. Ты все озвучивай. Я думаю, красиво. Так, горчанку водичку, пацаки, берем. И дрожжи замачу ему в тепленьку, не варячу. Не в холодну, бо буде хуйня. Так, порох у нас, що там, типа чатик? Житне. Чатик почитай. Дай боже. Да? Тебе стаканчик водички? Или сколько надо водички? Ні, давай дві мисочки. Ого. Ну або два стаканчика, щоб, ну, типа, було, щоб не в одному було більше, а в другому менше. Ось такий, да, на стаканчик? Ху, блядь. Ні, десь це много. Скільки надо води? Ну, такого десь. А если, естественно, беру теплое из крана? Бо там еще в чайнике очень горячее. Ну все, если... давай с крана, базару. Все, вопросов нет. Кав, да, ебанутый, блядь. Фу. Сразу на перший этаж. Браво, ебать. Сразу на перший этаж. На подвал. Оп, эш. И еще один. Еще что-то. Ну еще один. Ляпс. Нет, ты мешаешь. Ты мешаешь. Кати-кати не бойся. Да, брат. Страшно, пустой, я бы понял. Сколько долго? Ну, 5. Все, охуенно? Надо ще поміксувати. Ну, оце я розмішав і другу зразу. Понимаю, що на вас буду робити. Та на глаз їбаш поки. Да, у тебе глаз алмаз, блядь. Зараз. Блядь, сука, нефритовий нахуй. Отуда, да, засипаємо? Да, да, да. Повністю? Ну, висипай по чуть-чуть колоти. А все висипай чи ні? Ну, да. О, Нескафе, да, таке хороше? Да, Нескафе, сука. Бабни такого зранку. Ууу, так це що? Кипать блендер, сука. У нас, пацики, две команды. Я с Максиком, Роузик у нас с Саней Гангстером. Уже... Все, красиво, и все, хай стоит. Короче, муку насыпал, соли, сахарку, чуть-чуть, по пів ложечки, ну именно такой. Вот так муку размешали, соль там, сахар, цем. Можно перчик уже, конечно. Тебе есть перчик? Саша, а как ты добился такой сильной формы? Формишь? Радик, это очень сложно. Что там по тесту? Перец, да, надо? Да. Нихуя, Биг Смок. Бля. Бля, перец, пацаны, по дорожкам, ебать. Да? Да. Ну и хуй с ним, блядь. Спасибо. Помыть. Давай помыть. Да не мало мне пресса. Так, ну шо тут у нас, ебать? Нихуя пока еще, ебать. О, здорово, ебать. Саня, типа, охуенный нахуй. Что ты будешь делать? Теперь заливаем оцю именно жижку. Дрожжи заливаем в муку, да? Да, да, да. И ты будешь жмакать руками? Ну, конечно. Ебать. А руки мыл? Ось тільки що ходив. Красавчик, молодець, блядь, лучший. Ось все, пішла замісочка, ебать, давай. О, ебать, жишка, нахуй. Ебать. Саня сьогодні по тесту відповідальний не хупить. Тесто, давай, давай, нахуй, ліпі туди його, нахуй. Ось ось свій тесто, нахуй, не взайде ніхуя, блядь, братан. Чого? Настоятись має в любому. А що ти так поплив? Там нема. На чешутку показував. Хто? Ну, монітор. Та то вже ти поплив, Санючек. А, блядь, ти що? То вже ти залився. Та не прикалуйся. Та не прикалуйся. Чому там взяли муку, я не можу поняти. Де? Ну, вообще. Ну, муку, бач, мы взяли, как типа дусиру. Все, 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 ну, так вот. Потом миксуем, малый. Давай, давай, давай. У нас стол. Страховщик, у нас просто вы стол не видите, у нас стол одна ножка вот так стоит, на бок, ебать. Ну, дай боже, ебать, готовь. Мука еще надо с ним чуть уже нет. Не, пока что не. Сейчас ее замешаю, улики чуть-чуть для цього, щоб воно було красиво. І тоді а можна... куди? Сюди? Да, сюди. І треба, щоб ти підготував зразу другу мисочку, щоб ми його поклали, накрили, і щоб воно собі... Вопросов нет. Цей попол... Оліки много треба? Поки що ні. Поки що побалдіть. Балдею, братанчик, балдею, базару. Слава полку Азов, слава героям, брат, дякую. Слава полку Азов, так? Ото тесто маякуй, пацани. Диви, да? Через камеру, ебать, как охуенно вид. Так, Макс, кашку тишечку, ты пока не куришь? А можно айкос покурить? А, спасибо большое. А, давай, братишка. Спасибо за донат. Папукан, блядь. Сейчас вас двух тут. Мука, да? Да, все. О, чуть-чуть прям. Та, что ты, блядь, ну, чуть-чуть. Краву, на. Ну, давай другу мисочку. Треба, чтоб олію чхуй. Тут же такие черкаши полишались. Да, все, да. Оп. Тесто.
Санчи. О, давай, дай боже. Это убираем? Да, да, нахуй ее вообще. И что, цена одну чи на две? А? На одну? Та свободу, ты ее раскатаешь, ну ж представься. Ты что, тут ще не третью буде? Так, що зараз делаєш? Олівочки. Нахуя? А що потім хорошо виймалося, що воно коли набухало, що не приставало до себе чого? Базару ні. Красиво було. Базару більше ні. Все, тобі що, олія надо? Олії вже не надо. Убираю нахуй тоді. Да. Соль надо ще? Ні. Сахар надо? Ні. Понял. Тоді нахуй отсюда ви пішли. Все. Не ломай. Та не бойся, не бойся, маленький. Макс, сколько скидок? Нормально звук? Пиздуешь ты нахуй. Болтанчиком. Сейчас болтанчиком накрываемо. И хай чуть-чуть. Вам подбухает. Да ты шо, блядь. Ебать, уже начал. 12 часов на стройке отработал, блядь. Такой мокрый уже, потный, блядь. Да, скажи, есть все красиво? Ну, чтоб дрезать и раскатать там. Конечно. Чего на стекле, чего похуй, да? Конечно, конечно. Можешь базару? Может, это пойти присесть, я пока. Да? Будешь команда, ты парату? Я пока покуражу. Так, хлопцы, Санек. Хуй тут ебать. Ты сам, блядь, письмочек вывалил. Что, тесто готово? Оно должно настояться где-то 20 минут и... И мы будем, сука... Так, ложка уже на... нам нахуй не нужна? Так. Да не, покажите, бахайма тут себе будет. Утро, время засекаю. 20 минут, да, нам надо тесто? Да. Чикс. Ой, пацаны, такая начинка будет, ебать, ебать. Дома. Там. Оп. Кулис? Олег, базару. Треба на той сраку поменьше, а то, блядь, вообще. Спереду хоть живіт можна втягнути, а сраку як не тужишся, все одно не втягнеш. Ось так, оп. Ось диви. Фузику їде. Оп. І все. І вже рама, брат. Єбать. Ахуєть. Ні, нормально, пропало просто. Оп. Я так-то вообще худий, просто, ну. Блядь, короче, розказую історію. Приїжджай вчора, короче, Саня, какая та похуй, ладно. Спасибо. Короче, достал он футболку, говорит, братик, футболка для тебя. 5XL футболка. Гонит... Померяй, братанчик. Я одеваю эту футболку, нахуй. Ебать, оверсайз, нахуй. Там вот так можно, сука, мне нахуй в рукав один залезть и вот так буду охуенно себя чувствовать. Футболка 5XL, нахуй. Нет, так это наша, что у нас 5XL. Я одел, я охуел, нахуй. Там тупо вот так вот, сука. У меня рукав где-то вот тут заканчивается, нахуй. Я вот так бы в рукав один залез, будет такой, у, а заебись, нахуй. Все, диви. Кому зараз зубы лишние? Так, Зару. Саня, много кушает? Вообще, на самом... Все. Блядь, он вообще не ест, нахуй. Он у меня живет уже второй день, нахуй. Третий. Мы вчера, сука, я сварил килограмм хинкали на двоих. Ебать, он еле съел полкило хинкали. Как он хавает, я не представляю вообще. Он еле-еле ест. Друзья, будешь хавать? Не буду, ебать. Будешь хавать? Не буду, ебать. Будешь хавать? Не буду, ебать. Как, блядь, от чего ты набираешь, не могу понять. Пиздец, блядь. Тесто, пацаны, настаивается, и начинаем потом раскатывать, и потом пошла, сука, начинать. Там я еще выбирать надо. По начинке там, честно, пиздец, ебать. Там столько, даже есть, нахуй, и острые орешки. А на этом язык. Потом уже все увидите. Ну там начинки, пацаки, ебать. Я даже не представляю. Кстати, Саня сказал, что схавает пиццу по-любому всю. Нет! Она везде два кусочка сказал. Ах ты, блядь. Повторил, что все. Ах ты, блядь, два кусочка, на. Не, побачим, если мне понравится, я натурю захаваю. Мне, кажется, ей не понравится. Там, блядь, мне кажется, пиздец. Такой фарт будет, если у кого-то будет пицца, реально, как пицца охуенная. А вторая, блядь. А вторая, тупо, вот так, без нихуя, без смазки, без ничего. Вот так, селедки, сука, орешков и конфет сверху. Ой, бля, вот то пицца, вот то пицка, сука, будет. Дай боже, дай боже. Конфеты, класс, да? Сыровка, еще, а еще вот такая темка есть, прикинь, пиццу, ебать. А похую, еще вот такая темка в пицце есть. Зефир. Дай боже. Смаколочек, дай боже. Так, что у нас там по тесту, сколько времени? Что не пришло. А надо именно 20 минут по-любому, да? Ну да. Да, резонку сейчас, конечно. Не так, а смысл, мы только накрыли все, считай. Оно сходит. Все, базар. А можно посмотреть, открыть? Да, подумаешь. Оно типа, ну. Не убежит? Не. Ой, так оно уже убегает. Уже съебывается. Да, ну и оно. На секунду. Да, запах какой-то шоколадный. Так мука ему такая, понял? Не простая. Непростая, да? Волшебная. Волшебная пицца. Бля, ну вообще, мне кажется, блядь, будет пицца. Да? Хуйня. Бля, да охуенная, по-любому. Страшна. Саня по тесту, сука, вообще красавчик отрабатывает. Рузика, сука, аж встают нахуй от этого всего, блядь. Да. Дай боже, не трогайте, все, не трогаем. Бось ебете, не встанет. А что поете? Не, пишут, что нет. Саммер битс. Битс. Ну типа, битс. А что, биты, ебать? Ну пошел, нахуй. Ну что там тесто, смотри, скоро? Не, так что уже, блядь, не имется, нахуй. Минут 13. Вот говорят, чтобы типа, чтобы тесто взошло, надо тихо говорить. Все, тихонечко. Ага. Короче, у нас нема качалки, потом будем раскатывать бутылкой. Вот так вот, ебать. Иу.
Максик травнулся котлетами, прикиньте. Гонит нахуй, пиздец. Это то же самое, когда я вот так тупо филешкой, сука, отравился. Вроде, сука, запаха нема, хаваешь, что ты так нормально, а потом... Я рыгаю, блядь. Я рыгаю, блядь. Мы стараемся все видеть, просто у каждого, сука, зрение по минус 60, минимум, нахуй, процентов, блядь. Максик, Максик, бородай, а, вообще не вижу, нахуй, я хуй... Шо-шо? Героям слава. Я вообще не... Вот тут... Вообще, бля, ебать нахуй. Надо, сука, протереть нахуй лобовушечку, сука. Дворниками. Охуеть, блядь. Ебать. Короче, блядь. Ну его нахуй, сука, вообще не видно нихуя. Ладно, похуй. Так, то сюда бутылочку на Саши нет? Нет, там родичи, да. И досточку, и муку. Так, досточка. О, боже. Бутылочка, да? Ну. Бутылочка. Чего ты здесь раскапывать, на чем? Что еще тебе надо? Вандаля спешить, будем так же робити. А, да? Да, уже, чтоб уже нахуй закинуть его. Там чтоб было все по времени. Блядь, сука. Спасибо, Роб. Дай Боже, дай Боже. Блядь, я нихуя не бачу. Just error задонатил. Звук немного идет вперед. Чики-пуки. Заебал ты, блядь. Та що ти нігіш? Хай уже шоссей. Шо, шо будем? Давай выберем. Не, а, не, потом, не спеши. Це ти хоч а то неси зразу цей. А кого? О. А це що в духовочку запікається? Противень? Да. Пизда. Не, не получится. Сюда. Пацанчик, если шо, курито готово. Максим, где уже пицца заебали, нахуй? Я бы, сука, пахаль приехал. Ты шо, блядь? Ебанулся, братик. Максим будет сейчас именно все вытягивать, нахуй. Все ингредиенты будет вытягивать вот так аккуратненько. Ты фартовый братан по-любому, нахуй. И так сейчас тупо вперед. Селедка, нахуй. Чао! Все, я скрипу так что? Нет. Це вже пол скрипить, Саня, блядь. Це ми з тобою куражимося, блядь. Ще 6 минут. На секунду посмотрим. А щось воно не міняється взагалі? Ти взяв обичне тісто, ти не взяв це обичне, щоб біле. Тебе іменно чорне, щоб навіть по картинці можеш побачити. Ну, типа, воно не... Житнє, борошно. Ну, типа, воно не возбухає так сильно. А так нахуй, щоб ще і тісто возбухало. Ти возбухаєш, і тісто возбухає. Ми ж не будемо ставити його, блядь, на 200 градусів зразу. А на скільки? Тільки ти скажи, коли треба буде духовку вже розігрівати включати. Ще рано. Отут можна, тому що тут дує кондьор, щоб ти ближе постояв. Я стою. Вообще, ну. Похую, да? Не чувствую. Похую. Тварнатурь для ножек. Ножик, да? О, да. О, пошла резня, сука, ебать. Сейчас будет. Сейчас текать надо, блядь. Уже можно. Можно уже свободно раскатывать. Ты будешь сам раскатывать? Не. Я не умею. Ты что, раскатывать если не умеешь? А что? Что я умею? Команда себе раскатает. Бля, ну это ты зря, конечно. Ну давай я раскатаю. Ну я бутылка еще, ебать. Бутылка, прикинь. Нормально чем? Да, все таки все мягкесенько. Что оно мокрое? Это олейка. А, да? Ну, а так быть и должно? Ну да. Ебать, ты зараз свободно ее возьмешь. Ну это ж чисто. Мы без горит. Не, ну есть, тогда две капельки буквально. А где мука ты сказал, что ты принесла? Все. Ну сыпаны, чтобы она была раскатать. Пошла, пошла. Все. И ты что будешь делать? Кожа, ну, да? ну сейчас просто похоже замотай. Похоже на паштет, ебать. На паштет, да? Сейчас бы бахнул, сразу. Сразу бы бахнул. Базару. А ну я нахуй на рыбалочку сразу, блядь. Фау, нормально. Богу, ну все. Селедочка, водочка, ебать, хлебушек, горилочка и полетели. И все красиво. Такая нахуй чистая. Потом пацак такой офнем на 3 секунды закажет. И все красиво. Люб-люб-люб-люб-люб. И накидаем просто. Парюмочки дали и полетели, как говорится. И полетели, да. Ой, бутылочкой. Хорошо, сам разбил. Она, блядь, еще холодно, сейчас мокрая будет прилипати. Блядь. А ты смажь. Бутылку смажь. Мочить? То это же хочу. А ты же зробил. А ты так ходишь? Куру. Куру? Куру. Ух ты, куру. Куру. А бутылку мыли? Да о, нет, ой. Ты что? Под градусом все убьется, братик, ты что? Похую. Не переживай вообще за это. Это надо только не себе делать. Я сейчас там сполосну бутылку, ебать. Та похуй, я сожру. Там оно под градусом, блядь, под градусом все, блядь, сдыхает. Ладно, такие, а ты руки помыл, тесто замешать? А ты же, та похуй. Стоит, а шо, стоит а хуйчухать, подвытирает, та похуй, ебать. Давай, братик, давай. Капает, ебать. Дай Боже. Хотя на себя капнуло. Соленый такой. Ну, мы одной соли с кому-то не угодим. И полетели нормально. Фу, бля. Блядь. В натуре получился, как, знаешь, типа... Так, блядь, ну ты же видишь достаточно. На столе, он сейчас не лопнет, но. Да нет, чего он умеет. Какой-то чебурек, блядь, получается. Фермерский. Ну, а если сделать чебурек с луком и селедкой? Охуенно. Заебись. Под водочку то, что надо. Не, похоже на курс, типа, до торта именно так и тесто. Да, понял? Вот скрип у текстуры так сделаем торт, чувствуется. Да. Как раз у нас все ингредиенты. Я никогда не бачил, чтобы тесто, ну, типа, пицца была из такой, именно, из такой муки.
Хуй его знает, Саблдоз выбирал. Класс, о. А нормально? Сейчас бы классовая пицца. Фу, дай Боже. Я помню, як я робив, блядь. Поклали в погріб, на следующий день открываем. Як бутилка, як уебен нахуй. Ты этот пиццепечку купил? Пиццепечку. Гантель, а что ты такой маленький возле Сашка? Там мне кажется, любо кто стане, все будут маленькие. Где, блядь, бач? Поприлипало до стекла. А что ты не змазал стекло, блядь? Так змазал. Стекло не змазало меня. Диви, бля. Школьна. Это первая пицца. Ну. Блядь, охуенно. Пицца, блядь. Дай Боже, ну, да? Ну це ваша, ебать. Блядь. Да? Да. А ты знаешь, что я забылся? Что? Протин смастить. Витягу, витягу, витягу! Быстро! Так, давай, есть у тебя бумага? Яка? Харчова. Да. А пыльна подойдет? Не-не-не. Харчова надо. Пирганин, типа? Ну да. Ну все. Оп. А ну, бутылочку розик. Давай, все убралось. Да я сразу покладу все. Давай. Какой давай тут усю? Где? Усю! Чик-чик-чик-чик. Блядь, сука. Ну то ножницы такие уебищные, блядь. Давай. Давай сюда. Чик, хорошо. Еще давай на один кусочек. Ну сейчас тут и олику. Ух, у вас есть, конечно, блядь. Ну, блядь, бачу. Что это, блядь? У вас, блядь, ты вообще что с тестом дома часто делаешь? Ну я не роблю просто с такой мухи. Вот честно, я не роблю никогда. Мука хуйня, блядь. Мука хуйня, я тебе сказал, я добавляю ще яйца. И мука хуйня, конечно. И Пратик. Мука хуйня. Пратик. И мука хуйня. Просто из-за того, что яйца, из-за белка. И мука хуйня, ебать. Да иди ты, блядь. И мука хуйня, блядь. Да Олія, нахуй. Да Олія. Та сейчас, да, держи. Сука, шорты за 40 гривень, нахуй. И мука хуйня, ебать. И мука хуйня, блядь. Ну, конечно, нахуй. Блядь, вы не представляете, какие гантели, такие вот такие человек, что так учебится за одно слово. И мука хуйня. Ну, и все. И хуйня мука. Ну, конечно, блядь. Может, давай, поломай стол. Масло, садик, к пергаменту. И мука хуйня, конечно. Нет. А куда? Нет, а, можно... а паха повар? Паха потом... на повара учился. Я тоже. А мука хуйня? Базару. Базару нет. Можно валики брать и писать? Конечно. Мука хуйня просто. Ну. О, все, Олейна. Что, может, максончик кулики было легче? Пахнуть? Смажется красивенько, там у тебя все полюбует. Давай. И мука хуйня, конечно, ебать. Братик. И мука хуйня. Ну давай, что мы тут. У меня есть кисточка. Да. Оо! Шит! New face, baby! Нет, это уже уровень, чё? О! Ага! Что это за хуйня? Нет, так это же можно было! И мука хуйня! Ай, конечно, нахуй! Ай, блядь, то что пицца, сука, упала 5 раз, а мука хуйня! А куда она 5 раз упала? Ехали, раз, два, и три, пицца нахуй, утонет в этом масле, блядь. Да не, охуенно, да не. Пелен же вот там рисует. На полотне расписывается, нахуй. И мука хуйня. Ох, человек, это Влад Гантеля. Блядь, я на туре сейчас по другому разу уже закатаю. Что, все, нахуй? А мука хуйня просто, ну блядь. Да. Ну не пизди. Ну хуйняш мука. Хуйняш мука, да. Начинается. Началося. Началося оце. Ой-ой-ой, пошли трюки, ебать. Це сила притяжения, да, работает? И вот так мы, и вот так в монитор, сука. Бах, нахуй, ебать. Вот в камеру, сука, хуя, блядь, нахуй. Туда я, сука. Вот так. Монитор. И так, и ногами к стол, нахуй. Фух, сука, бум, полетел. Да це мука, блядь? Охуенная мука. Скажите ему, пусть руки маслом смажет. Да? Можем не полностью смазать из нахуй? Смазать вот так вот, ебать. Можно ее в лоб потери. Як мука, Санёк? Хуйня. Хуйня, конечно, блядь. Конечно. Ванзай думает, ебать, конкуренция растет, нахуй. Думает, ебать, пацаки... Главный конкурент Ванзай. Ебать, он стелет, нахуй. Ебать, он раскатывает, братишка. Давай, давай. А мука, хуйня, а что ты хотел? А мука, хуйня? А мука, хуйня. Все, иди. Иди нахуй, блин. Слушай, я Макси замешаю. Ебать, это что такое, сон? Что, ебать? Ты ее отрезал, чтобы квадрат был. Я бачу, який на полу квадрат, сука, с муки, блядь. А мука хуйня, блядь, а на полу валяется. Это вот так чисто, ебать. Давай, братанчик, замешай эту сучку. Блядь, пицца челентано, но. Так а я не хотел, подожди. Ты мне скажи, ты хочешь на один противень покласти две пиццы? Нет, ты же сразу их замешиваешь. Не будет пролипать? Или в муку? Ой, блядь, прическа, нахуй. А у вас там нахуя вместе? Это вся пицца? Да, у всего ваша пицца подойдет. Бля, хорошо, як ти маєш дві покласти? Один противень. Об'ясни мені. Об'ясни. Треба розділяти один большой і отак його, типу, ну, візуально поділити, типу, пол ваше, пол наше, типу, реально. Нам просто один большой кош зробити. Так що прикол, що ламається, бач? Бля, слышиш, це я нормальний кусок взяв? Так, охуєнне. А ну, стой. Ото мука, сука, ебать. Ото мука. Нормально, охуєнно. Базай вашу, думай, бля, даже не буду тут... Дилочка помешалась, и теперь идет бой. А мука хуйня? Бля, мука охуенная, брат. Мука ёбнь. Блядь, ебать прикольно, це в детстве, ты знаешь? Прикормка. Не лизуна, какая-то хуйня была, то же тесто, типа, только... Там ото мука,
в цирке такой было, в цирке продавали. Да, такой типа хуйня такая, да, и там была мука внутри. И он, сука, рвался постоянно такая хуйня, да? Вот так, чик-чик-чик, и ты его лепил. Давай. На повара ни секунды не учился, а ебашит так, как будто ебать ты шо, брат. Короче, мы, может, круглый давай сделаем? А мы вырежем, ебать, похуй, мы вырежем. Да. Хорошо, ебать, хорошо. Заносим. Хуета, блядь. Хуета. Класс. Охуенно ты же сделал, нихуя себе. Ёбута, братик. Охуенно, похуй. Я казал, ты на сим кажу мукет, блядь, чё не приставало. Ебать! Ой, прилы. Да, и у нас хуёвая, ебать. Нахуй. Пусть нормальная башня, ебать, собрала. Ладно, братан, занимай. Скидай нахуй цю. Да нет, подожди. Ну засыпь сразу. А Саня вам не помог? Я сейчас сделаю, братишка. Давай, я тебя пока его пропитаю. Где руки мой? Давай. Ну, мне кажется... На, короче, заебись, делай. Иди мой ручки, братишка. О, вот так одну сразу. Топ. Так, ну шо, повар Владик приступает. А вы знаете, что с тестом я работаю так, чисто, ебать, аккуратно, на ты, ебать. Что делать надо сейчас? На ты, шо? Ну, раскатываешь. Перше с одной стороны, перекидываешь на другую сторону, щоб обидві стороны были, ну, типа, розкатані. Базару нет, сейчас. Нет, а ты муку можешь не уходить, ты кидаешь? Не, я все так сделаю. А, все, базару. Мама мия, я. Бля, пиво охуєвше, бля. Пиво в ахуї, думаю. Якби знала, куди воно їде, блядь. Якби пиво. Ще раз складі на тебе. Ой, блядь, а походу тут вже тісто пизда, блядь. Вже, воно вже муці 10 разів обвалялося, воно і сухло. Ну бери тоді нове. Що за спеціально? Да, може нове візьмемо, синочек? На, візьмі сину кусок, а це сюди закиньте, піздец. Ми давайте ще оліки закину. Чи нахуй надо? Ні. Тепер що делать? Ну, дробиш собі, все. Як і це тільки, ну. Катаешь, просто ты уже, блядь, три раза умотал. Ты что-то говоришь, ты там что-то подсыпал. Мука хуйня. Я? Мука охуенная! Я ничего не подсыпал. Блядь, ну, можешь делать там кожик, пожалуйста? Опа! Да, блядь. Ты конкуренты ему напрямую. Нет, так я ничего не подсыпал, ну серьезно. Ну серьезно? Подсыпал. Просто я размотал раз и все. Все, она не прилетит. Все, и хватит, вот так, да, все. Обрежь себе оцы, понял, типа за уголь. Нет, давай их когда положим. Блядь, сука, прилипает, пидораска. Оп. Порвалась нахуй. Нахуй ты тянул, бля. Да не, бля, вот, бля. 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 Не удержался, бля. Бля. Что оно мне нагадывает? Коржик и мама, ты робила такие, знаешь, типа, как они рассыпали? Да, вчера вечером. Что по тесту? Оценка нормальная? Дай боже. Так. Бля, ну начну на рыбалку, знаешь. Бульку зарубил. Серега, нахуй. Смачного, ебать вы, пацаны, сейчас хаваете нормально, мне кажется. Так, все, вот так уже охуенно. Все, да, красиво. Давай, Максим, протвинь. О, дырочка. Да похуй. Не, пойдет. Все. Ты похуй. Дай похуй. Да? Ты похуй. Что ему будет, блядь? Дай похуй нахуй. Что мука будет играть в духовке? Вся хата будет. А мне дай похуй. Не, вот такие будут. Так будут. Вот все-таки будут две пиццы. Так, ну у супацки уже две пиццы. То Саня похож на заебу. А ваш тонкий, я заметил. У меня плотнейший, бо я плотный. А у вас не тише, бо ви там тише. Все, то есть уже все готово, да? Все, базару, та ходи. Все готово, да, уже? Да, да, все. Так, теперь, сейчас пока это оставляем. Оп! Але, оп! Рузик пустоишь? Да. Для старших. No problem. Я уже пенсионер, как бы. Оп. Уже надо отдыхать. Старше надо уступать. Сколько тебе? 21? Ну да. Покажи им, как тебе. Охуеннейша, Лерка, буду пицца, ну. Потягивайся, малая. В натуре, пальчики оближешь. И? Не только пальчики. А это санчобус. Porque esta linda gusta, porque esta bella gusta. Утром просыпаешь, уже только печеньки бегают, походят такие пим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Все, Шрека, понял? Шрека. Шрека. За Шрека тут и печеньки бегают, ебать, по хате с Саньком, блядь, тут тусуются тут ночь. Ой, тараканы сейчас нахаваются этого теста. Вы есть тараканы? Не, ну у меня уже будут, ебать. Я даже в дожитку уже у меня таракана не было, у меня вообще, блядь. Я их никогда даже не бачу. Вас зовут Павел? Да. И Игорь, блядь. Вас зовут Павел? Игорь, блядь, выбираем начинку? Хотя бы уже десь плюс больше половины сделаем, и тогда уже поставим. Кого поставим? Духовку, чтобы чуть-чуть подогрелось. А почему тут духовка? Я тебе говорю про начинку, блядь. Духовка, блядь. Не, ну ты пытался духовку? Я тебе и сказал просто. Базару нет. Бля, так а нахуй по помидору нахуярили, если там... Да это Владос это начал. Не, так нахуя. Та що нахуя, не понял. Я нічого не понял. Тоже Маша, що? Ні, ну ж помідор нарізаний вже є. Ну, окей, що? Ні, що нарізати? Та хуя на три долічі. Та й похуй. Та й похуй. Єба стул какой-то, сука, матовий стол, ебать. Нормально, нахуй. Та й похуй, блядь. Ну що, і тепер самая, наверное, интересная часть – это выбор начинки. Она будет рандомная. Так это тонер стекла, слышишь? Это тонировочка, ебать. Пошла, нахуй. Шліпопочка? Шліпопочка. Клипопочка. Так, ну шо, пацаны, готовы же самому, блядь, интересному? Let's go.
А може піцечку зразу піднести? І що вона тут піднеси, була? Піднеси, піднеси піцечку. Так, от це наша. Пиздець, ти пиздець. Так. Де твоя? От це наша. Точно? Бо ваша з дирочкою. Ні. Так, ну що, ебать. Так, бокс. В этой кастрюльке я варил вчера пельмени, а сегодня здесь много-много ингредиентов. Ой, блядь. По два капитана, это Максик и Саня. На УЕФА, кто первый сейчас тянет первую бумажку. Блядь, давай, хорошо, так. Давай, давай. Раз, два, три. А, ты сразу, да, сразу ставишь? А ты что, дрочишь или что? Да не, ты подзачил, ебать, нормально. Все, хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пока каша была. Какая каша? Я все по криниці. Ну, перед этим у нас было. Ну. Не, без криниці. В криницю ножиці. Камень, ножиці, бумага. Ну, камень. Ну, было... хорошо, даже камень. Ну, камень, ножиці, папір. Две бумаги, это каша заново. Це нас... після кожного разу, если... Да, ну, ти так вимічно буде, блядь. Це ж не границя, але здесь. Раз, два, три. Все, Саня. Хто проїбав, тот тянет второй. Ви первый тянете. Правда. Да ты бою! Да ты бою! Итак, Санечек. Ты первый, как говорится, тянешь? Данную. Ой. На, нахуй. Прошу. И в голос. Острые орешки! В натуре? Да! Представь, как фартануло, да, Сиди? Острые орешки, прикинь! Это острые орешки, у Санька на пицце, нахуй! Посыпается вот так вот. Острая пицца. Нормально. Сейчас, я так сразу закину, блядь, и все. О, дивись, какой он довольный, что ему не надо будет есть. Ой, довольный! А какой уровень высоты? Пятый! Death Nut Challenge. Выпей пиво залпом. Я чутко уже пачник припекали, типа. Первый уровень схавать. Красный нас. Измельчаем. Ты, ты прям зараз хочешь кинуть? Ну сразу, все как это. Я думал зараз. Нет. Все базар. Как есть, так и поехали. На нахуй. Ножом такой приклади и такой стукни. Да, рукой. Как этот. Да, о, все, и теперь можешь. Ебать, охуй. Так, а ну-ка, подержи. Давай, шеф. Чтоб все... Чтоб не наебать. Сейчас все, там уже другой орех обычно. Блять, а что сюрстрёминга нету в этом? А ты вообще а хочешь, просто, да? Ты, просто, просто ты хочешь похавать уже, вообще страшно. Уже, ну, не, так а в хате. На, блядь, все. Надо, блядь, мыть доску ножек, бо не его нахуй. Вот это ваша пицца. Не, нихуя. Ложи, ложи. Это с... Не, нашу не... А уже там же засмотрелось. Да не. Я думаю, почувствую. Он же так очкует. Я думаю, почувствую. Так, Максик. Я остро вообще не понимаю. Оп, уже выпал. Тоже это такие кухардовые, блядь. Подкидываешь, это подтасовываешь. По-любому, мне кажется, сразу подтасовываем. Итак. Давай, братишка, чтобы все было охуенно. Спасибо, что знали. Спасибо. Готовую, говорят, нужно будет. Да не, хай будет так, охуенно. Шо. А ну. Что там? Зефир. Блядь. Сука! Снятка, дай боже! Зефирчик! Дай боже! Да он нормально, как маршмеллоу, вообще якобы. Ну дай боже, блядь. Ну конечно. Зефир! Перший слой, охуенный. Без маски, без нихуя еще, блядь. Зефир в студию. Можно я нарежу? Давай, братан. И бай Максон нарезает прямо кубасу на бутерброды. А нахуй нахуй зефирка. Что весь, наверное, нам тут не понадобится. Ну и зефир, походу, ебать. Пинка маленькая получится. Шумы пиво, сука, пьешь? Шу. Шу-шу. Ну поверьте мне, зефир это лучше, чем, сука, орешек острый. Да не, обтерли, нормально. Похуй! Не, зефир охуенный. Вкусненький. Мука охуенная. А мука хуя. Так. Уже есть по одному. Уже, пацаки, у нас есть по одному ингредиенту. Блядь, на нашей пицце аккуратненько есть зефирка. На пицце Саши Гансера и Роуза орешек острый пятого уровня. Потому полетели дальше. Блядь, давай вытащи, блядь, наколдуй, Саня. В чем прикол, что я знаю, что там есть. Вот из-за тебя мне, знаешь, вы-то с Максоном не знаете, а вам-то похуй. А вот я знаю, так знаю. Он тасует, блядь, вы любом, что-то подсыпает. Давай. Не, нихуя. Выбирай. О. Майонез нахуй какой-то выделит, а его там нету. Давай. Не так. Сыр! Сука! Сюда! Ну, балдеж, хорошо. Сырочек, блядь, ну, охуенно, ну. Остренько. Терки нет. Да. А давай я порежу. Давай. А давай. А ножичек, да, Максончик. А вот все. Да? Да. Ну, сыр, кстати, повезло с сыром. О, пошло. Потянуло, какой сырочек, бля? Давайте слайсы. А какие надо, что, блядь, кусмары, блядь? Ебать, он дышит в микрофон. О. Ебать. Ще й на горішечки. Та ти що? Єбать смаколик. Халапеніси, нахуй. Халапеніси. І сільотки, сука, зверху. Ой, блядь. Халапеніси. А ти вже так і хочеш, да, мені? В перший день насолить. Чого тут все класно? Ні, так ось от, ну це ну, чисто, щоб зробити. Ну ось ось, як ось Максончик, та саме тут я розклав хоп-хоп-хоп. Смаколик, пацики, ну, як...
Як для себе, як для вас. Саня прям делает, як душой, с любовью. Ні, так я ріжу, ну, типу, я нормальні куски ріжу. Якби я різав отакі, блядь, куски, пацани, такого. Ото, ото п'єза ніхуя себе. Так он би і не розплавився. Ну, а може, а може. Так, сюди на базу, нахуй, бачу, ти схавай. А що, тобі вже взагалі не треба сирочок? Ну, та я точно не попадеться. Приходи завтра. Точно? Да. Давай, давай. Давай, по всій хаті, правильно. Базару. Давай. Хто не бачить, їбать. Блядь, туди сюди, спеціально, спеціально. Ага. І так ти вибираєш? Ні, ти вибираєш. А, да, только ти. Бо тому що ти. А що? Два капітана так. Ми так будемо шпилити на тебе. А, все. Ну так, реально. Оп! А все, збився. Так, а вдруг, типа, у нього рука. А, без вдруг. Так? Ти маєш руки не знаєш, братан. Ну, ладно, короче. Ахуєш. Так? Я дві случаю. Кукуруза. Блять, охуенно. Вот так вот. А зефиржик с кукурузку, дай боже. Че, на нас будет охуенно. Похуй. Подзакидывай кукурузку сколько хочешь и сколько желаешь нужно. Кикс. Бело-желтый. Ай, прикинь, зефир с кукурузкой, блядь. Хорошо. Еще и острый, ебать. Да, вообще, блядь. Ну, кукурузка сама... Ты любишь кукурузу? Охуенно, давай. Насыпать нормально? Конечно. Вот там тот зефир, мы его в пизду, сука, сгорит, блядь. Вас зовут Павел? Да. Игорь, блядь. Игорь, нахуй. Потом очередь в туалет будет. Бля, охуенно. Бля, можно мне чуть-чуть? Не, не. А, я понял. Спасибо вам большое. Да, кушай, кушай. Давай, кастрюлянці. Ты нормально, давай, без этих ваших, блядь. Не. Шахер-махер, парек-махер. Ты понимаешь, что вы кенты, блядь. Раз на характере, бери, не думай. Давай. Быстро открывай. 5, 4, 3, 2, 1. Взорвался. Острый перец. Халапенья. Иу. Так подписывай. Острая, острая пицца. Острый перец халапенья. Базару. Острый перец халапеньо, прикинь, острые орешки, сырочек и острый перец, ебать, хорошо. Значит, один сейчас затестировать. О, давай, а давай, а давай. Давай. Наварить стоит борщ. Ебит пал. На. Мне кажется, он не сильно. Нет, острый. Максим, он острый реально. Да? На. Дашь мне тоже? Тури? Не пиздишь. Ну такой. Нормально состри. Такие все острые. Да вообще хуйня ты же у. Да хуйня, блядь. Да похуй. Не, бля, там пизда будет. Непогано. По кончикам. А ну, Максанчик, не, хорошо. Так, нарезаю вам перчик. Бля, сейчас его туда засыпать, пиздец. А его можно даже нарезать, его можно так выкидать, мне кажется. Вот так, да? На каждый кусочек. На каждый кусочек, прикиньте, сыркаем, ебать. А це нормально? Це дай боже. Сирком перемішається, бо ну, дай боже. Диви, їбать, який кусок достав, блядь, спеціально. А, їбать. Тільки пальчиками там баниш всі розріш. Ні, дай, дай боже. Последний. Я просто очень чую. Боже, як він чує? Ну вот эти пицца будет остренькая, пиздец, на самом деле. Понял, на сир він зразу каже, що нарізай. А як на перчик і халапеньо, він достає. Та ти що, блядь? Ну ти, звісно, його. Да, ти, бою. Так, братик. Та сука. Диви, а не тури, диви. У нас гостре, а в них сладке пиздец. Бля, охуенно. Понял, у вас как бы кукурузка нейтральная, а на сырок как бы нейтральная. Если будет мясо, а не селедка, то еще норм. Ну да. Я чувствую, что я такой аж. Аж даже проголодался из-за этого перчика. Бля, я тоже. Только ж без рамбануки, братан. Шкурка, кстати, у тебя прикольно. Да, охуенная, бля. Ну, за ёбнутая, братик. Ты же знаешь, охуенно буду, братик. Бля, что шкурка не хавал. Дюха, пісні таку хуйову ще, їбать. Ну так і клади, може, покажу. Чого, хуєнно? Ні, отак. Ляпс. Отакі кусочки апельсина ми ложимо, прикинь. Шкурка охуєнна, братик. Ну ти глянь, яка то шкурка. Нормально. Вона не, вона не, нормально. Вона не свариться. Норм... Вона горіч, да? Да? Ну тоді хорошо, ви. Хуєнна, яка хуйня. Позару. О, от це вже, блядь. Позару. Хуєсь, це ще буде вкусно. А представ, і ще й на постійному... Отсос гонять, на постійний отсос. Да, в нас, понял, у нас така зустрінка, а в них сладенька. Максик, я съем, братик, может, бо я знаю, что типа сейчас это, то лучше не хавать. Так, чисто, укуси и потом и сплюнь нахуй сразу. Это, прикинь, это еще без, ну, без смазки, без смазки всякой. А сейчас понял, что смазки есть всякие. А что там, кетчуп, горчица, ну и больше не будем говорить. Так, апельсинчик добавили. Озвучь пока, что у кого на пицце есть. Так, короче, у нас с Роузиком на пицце есть орешок острый 5 уровня, потом сырочек и перчики халапеньо. У наших конкурентов макияжера та Влада Гантелі. Так само тісто, зефірчик, кукурузка і апельсинчик. У нас пікантна така. Така, іменно десертна, десертна. Так, ну що, Сашко? Блядь, я просто знаю, які там є, я не хочу зараз прям хуйню вийти. Давай, смотри. Єбать, звісно, пішки, сука. Блядь, очень, от прямо це прям очень страшно. Корейська морковочка. Та, блядь. Дай Боже. У них така піса вже охуєнна. Блядь. Ну, корейская морковка, что за хуйня, блядь? Чиназис, нахуй. Дай пиздец, боже. На, выкинь ее, нахуй. На, Максанчик, кинь. Он там уже в ахуе, думаю, там пицца готовит. Дай боже, а? Вот так вот. Так, Снёчек. Лучше. Оп.
Та чё ты расстроен? Печенье нахуй сука. А мне кажется, с печенькой уже топово. Печенька снизу? И сгущенки, сука, сверху. Да? А может тобі? А может тобі шоколад ще сверху? А мені кажется, тобі подходить більше. Чи цукерок, сука. А в тебе посадок залиє. З кукурузкою. Да. Дай Боже, братик, дай Боже. Я тоже, бля. А не, парковка охуєнна, можеш покавати. А кукурузкою. Гастрономічний оргазм, ми зараз спитаємо, їбать. Так воно стоять, друзі контролюють. Кого? Щоб потасовки не було. Є цибуля, помідори і грибочки, ще таке саме, що адекватне залишилось. Ну так. Щось саме неадекватне. Ні, ну коржики теж адекватні, і шоколад теж, в принципі. Ще стільки, блядь, не персик, пожалуйста. Автомобіль. Та ні, персик, мені кажеться, це саме те, що можна ще... Автомобіль. Квартира, прям. А ну, ну, а ну, а ну. Вот я. Та пиздец. Сладенько, блядь. Ой, блядь. А ты говорил сегодня. Начни, а вот и наш, сука, ингредиент следующий, блядь. Ну, блядь, пицца будет нахуй. Что выпало, я проебал нахуй. Братан, а это мы проебали, а не ты проебал, братик. Хлопья. Поехали. Космостарс, нахуй. А, это просто старт. Это старт, стартани. Боже мой, тут же игрушка есть? Да. Ну, конечно. Киберсюрприз, блядь. Автомобиль, ебать. Где игрушка, нахуй? Да, ебать пончики, охуенно. Ну, все, нахуй, спор будет радоваться. Дай Боже. Та не, не жали, братик. Ты что, ну красиво было. Ебать, ты понимаешь, что мы же даже ничего не выливали сверху? Воно ж залиться, це ще зверху буде. Это тогда ще без всяких топінгів сверху. Бля, хлоп'я пиздец, ебать. Это торт? Это уже не пицца, это уже какой-то тортик идет. Серденький. Як халапеньо, то саме більше. Да, вже шоколад тяни. Шоколад це ваша тема. Ні, я чесно, я зараз зараз переживаю, щоб переживати, тяни, блядь. Хуу! Гуртики! Ебать, маринованные. Да ну нахуй! Маринованные огурцы. Да пиздец. И ты понял? И вы такой гуртаете, понял? Я бачу, вот такой прям вылетает цей листочек со словами. Класс. Вот це вже, знаете, уже кожен раунд самое більше уже переживаешь, потому что лишаются там, ну, натурі уже такие хуйові. Дай Боже. Дай Боже, дай Боже. Такие корнишончики, ебать. Ебаш, да. И пошла. Ты что, вонзай? Да нет. А ты же хочешь? А ты же хочешь, брать? Они прям, они даже входят, ебать, с этим. Ну, да, да. Как замечательно выходит. Моя жопа, это пицца, мне кажется. Как неожиданно и приятно. Приятно, если не будет нахуй, кто не посылает. Братик, я почувствую, как ты себя чувствовал два дня вот эти реально. Лучше Максик не ешь, честно. Я готовился есть сам, чтобы только ты ее не пробовал. Так, чисто именно аккуратненько. Конечно. Рот уже лучше сладкая. По сладкому идти, реально. Пускай же будет сладкая пицца, ебать. Сюда селедка уже не вписывается, ебать. Ой. Так. Оп. Ну, як я на базу, то... Далеч, потасуй. И пошла. Опа, все. Итак, внимание. Радоваться чи не. Сектор приз на барабане, ебать. Бля. Что? А ну. Это пиздёж, а ну. Ебать. Банан. Это... Бля. В натуре. Та похуй, это охуенно. Ебать, пиздёж, дасы не такой. Слышишь, может, чисто по сладким хуям? Та нормально, ты шо? У нас уже нема варианта. Дай Боже. Так у нас тупо сладкая пицца получается. Бля, ну охуенно, сейчас есть... Банан! Чисто десертик. Банан бы нам выпало, было бы тупо. Прикинь, такой рандом, ебать. Так, жопки нахуй. Какая нахуй? Какая жопка нахуй? Базару. Что так тон криш? Не, так можно чуть-чуть грубее, просто меньше их просто покласти. Они же просто подгорят. Да? Ну. Блять, ну да. Ну, блять, сейчас чисто, сейчас треба что-то... Бенэнс. Тупо бенэнс, нахуй, братик. Тупо бенэнс, на, скушай бенэнс, пожалуйста. Скушай. Ти розумієш, що просто зараз ще менше і менше лишається хороших. Я це розумію. Ну я, в принципі, не переживаю. Похуй, все, тяни. Каті, не бойся, давай маленький. Не понял. Що це? ММДемс. А, базару. Бля. ММДемс. Забрав наше. ММДемс, нахуй, сука. Блядь, ну лучше хай ММДемс. ММДемсика пацанам на пицку. Давай сладкого добавить, нахуй. Ляп. І знаєш, вони з горішками ще й. Давай. А наш ти? Так укидай. А вот так ты хочешь? Да. Базар. Так не Рустам, братик. И еще другой слой такой сверху накрыт. Итак. Так, внимание. Дай Боже. Так, Максик вытягивает сейчас. Фу, дай Боже. Самый вкусный ингредиент. Да? Колбаса. Бля. Колбаса? Ну, да? Не колбаса. Блять, ебать, она мы перешла. Колбаса, давай. Колбасу, бачу нее. Бачишь, такие, один раунд такий, обмен. Да. Колбаска. Все, сука, испортила. Банан, мандарин, сука. Браушнецка. Жаль, не солодка. А, як то-то потонче. Як то-то потонче. Да.
Як тут потонше? Ой, а воно така солененька. Думаєш, так? Да? Так, да. Попробуй. Ну, якщо не помиляюсь. Не, ну, ну не прям, ну, ну така жирна, жирненька. Блять. Тут ще один кусочок? Да, отак теж дай. Подиви. А ти не дивись. Да? На чужу піцу. Да, свою загляди. А моя просто дуже близько стоїть. Трачка буде, дай Боже. Блять, і зараз об'ятися такі. В чому прикол, заметь, мені одної на маски не витягнули. Ми нічого хуйово не витягнули, я тобі скажу. Ну, давай начнем з цього. Зараз буде, зараз найцікавіше, сука, на віжі. Да, єбань ви нагнітаєте, нічого хуйово. Буде, блять. Ну реально, потому що тут ще ж таке все адекватне, да. Що більш-менш. Тут адекватне. Просто коли воно сочетається з тим, що є навіть в мене чи в тебе, ну повір, ну сочетання вкусу. Ну от, от просто представ, що ти щось з'їсиш. Тето з темпо. Тето з темпо. Тето з темпо. Зарядки ні. Ждуш, ти ж как би наш... Міксовочник. Да. Стоп. Та ні, чому ж? Ні, так я дивився, скільки це. Бля. Гірчиця. Гірчиця? Да. Гірчиця, хлопці. Блядь. А не американська, а не сладкая, случайно? Ми хотіли французьку з зернами. Українську міцну. Єбать. Санёчек. Українська міцна, давай. Не жалей. А ну ложечку. Вот так? А, не жалею. Не, можешь так, давай. Давай. Все, базару. Та такого плямки поставлю. У нас именно такий сет. Сет, щоб такой, знаешь... А, именно так? Чик-чик-чик. Ну да. А уголки? А що уголки? А уголки розірватися, в будь-якому случае. Гірчиця. Блядь, у нас такий сад, конечно, блядь. Чувствую, я буду сьогодні пити воду, як ёбнутий. Сейчас уже такой микс начинает. У нас на пицце зефир, кукуруза, детские хлопья, колбаса, апельсин и банан. У вас острый орешек 5-го уровня, сырочек, корейская морковка, маринованные огурцы, ММДМС и горчица. И перчики халапенья. Фух, ебать миксаденцы, ребята. Боже. Ваш последний ингредиент сейчас перед духовочкой. Да, можно духовочку уже бахать. Давай. Да что я? Ты что вообще обалдел, блядь? Давай. Ваш такой хитрый. Ну ладно. Грибочки. Базар. Блядь, все фартануло. А грибочки вы взяли свежие. Да. Почерыйте. Ну, два масла. Не, мы же только именно будем шляпки. Грибочек. Ну, неплохо, кстати. Любсь. Ой, блядь, прическа, сверху сука. Углем активированным. Было бы, кстати, неплохо. Ну, можно же пару таблеток. Как ее врубать? Сейчас на 200 разогреться? Вверх-вниз? Да, свободно можешь. Свободно. Даже не руби горячую. Зруби на 160. Паше, треба, чтобы тисто. Бо у нас тут такие все ингредиенты, которые очень быстро готовляться. И ММДМС, да? Та все. Та ММДМС, а что, ну что? У нас класса, та там такая пизда будет. Ну. А смаколик який клас. Ну ще подожди, це ще ж не кінець. Ще не кінець. Блядь, єбать, оно пахне. Ну, ще попереду все. І ми навіть самі не ожидали. Я наоборот думав, що ми, мабуть, самі хуя відразу використали. Тоже так думав, да? Ну, сука, блядь. Не виросло у мене сьогодні. Ну що, давай. Давай. Готовий? Готовий. Зараз ти будеш готовий на унітазі сидіти. Да? Ну це ж на твоєму. Ну що, дракон йобаний. Готов к моєму підпалу, сраки. Бля, зараз упав. Зараз чувствую, хуйня какая-то, бля, ще хуже, ніж Crazy Town. Блядь, пизда. Пірсик. Олівки. Оооо. Олівки. Ну слава богу, яка хуйня це олівки ваші, блядь. Не похуй. Лучше, чем то, що я думав. Олівки не просто, вони з яким-то этим, блядь. С лососем? С лососем. Большо. Дай Боже. Давай, наріжу. Хоп. Давай. Давай, ти там іди, що-то нам мав делать. Нас вообще, диви, бомбический. Нас именно такий, можно сказать, если не считать ММДМС, да, то вообще все. Бомбический. А у вас именно такой десертный, типа пирог. Что такое? Сейчас сверху тисто и вообще, и пирог 100%. Блядь, тут именно вся такая по цвет цих оливок, что, блядь, я уже хуйня, клава. У вас они ебанем. Ебанем? Да. А что ебанем? А вот это же уже пиво. Ну да. Ебануть? Ебани. А что ебануть? Ебани? Привет, а можем на сахар приз на барабане? У меня есть. Можем ебануть, что вкуснейшее. Кто? Персовочка. Чи-чи. Чем прикол? Вот там спал на диване квадро и аж закашлялся. Такой. То да, мене колись тоже в хаті пшикнули. І не сказали пацики. Я вот такой лежу, жаляю. І чую таке в носі, таке в горлі вже прикрати. Да, уже таке початок. Я себе. Почувствовал. Ну давай. Ну, Максончик. А ну, а ну! Це шоколадка. Ой, бля. Блядь! Шоколадка! Шоколадка, ну пиздец! У нас сладкая максимально, пиздец. Ахуеть! Так у нас из соленого только колбаса, блядь. И все, да. Кукуруза, но все равно сладкая. Грибы... Еще якая, да? Шоколадка.
орешками? С какой-то начинкой внутри ее там. Не, она нормально. Это шоколадно. Да? Да, да, боже. Нет, блядь. Думал, оставали, блядь. Я думал, оставали. Я же сказал. Она же все равно в печке, блядь. Блядь, понимаешь, что же мы накладаем целый день? Так она как горы. Да. Осталось, блядь. Еще ее есть, так и сейчас осталось, блядь, нас вот что его есть, блядь, вот есть одни ММДМ снова. Пиздец, чисто все и слой цього. Начинки. Чисто. Шоколадка, сука, дай боже. Ну что, Макс, как тебе думаешь, будет вкусная? Я думаю, наша будет вкуснее. Да? Да. Блять, ну что у вас тут, блять, шампиньоны, помидоры, бананы? У нас будет чувствоваться нет. Сладкий вкус, и где-то чуть-чуть будет колбаска давать соленым этапом. Мне кажется, у нас вообще, ну типа, блять, колбаски не хватает. Так только ММДМС тут, так вот сырочек, у вас, блядь, горчица. Вот прикол, что ваша пицца была бы охуенная, если была бы колбаса или какая-то курица. Да, блять. А если вдруг у вас там еще что-то есть? Начинки, у вас будет тупо острая, да нам сейчас выпадет мясо. Пицца. Бля, мне жалко, твое животное, наверное, пизда будет, да. Бля, запах пиздец. Что сюрстрюмен? Свежестью пахнет. Морковка какой-то, блядь. Фу, блядь. Фу, блядь, у них. Вот это свежесть, нахуй. Сейчас мы тянем, да? А, сейчас вы. Я мы. Я мы. Я мы, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять это ингредиентов. Девять чи десять? Ну, может быть, даже не... Держи. Дорогой дневник. Бля, мне не описать эти боли, нахуй. Как будешь меня срать, нахуй. Бля, ты так опасно. Вот Саня Гастер краш. Фу, братик, томатная паста. Яу! Фу, блядь, нахуй. Да нормально. Чё, охуенно. Нам нормально пойдёт. Це вам хуя. Сейчас томейто, блядь. Томатная паста. Конечно, да ты была на перший слой, малышка. На нахуй, с горчицей совсем. С ММДМсом, нахуй. ММДМ зима. Блядь, на ММДМсом, мне кажется, все самое яркое, что у нас есть. Бо даже мне кажется, даже на перчик халапеньо мне уже похуй. Типа ты красный. Это Аризона, хули вы хотели. После обновы всех краши. Ёбаная рванка. Бать, он, сука, уже растекся, сыр синий, но. Ну. Як знаешь, як на Пасху ото. Крашенки, краши. Блять, сука. Что я такая? Никола не нормально. Моя хуйня. Ляпс. Как же я не хочу уезжать из-за лук. Ну, блядь, сидушка летает. Да, там пиздец, подлетный. Я такой сидаю, чувствую уже такой назад. Припекаю, что вставал, братик. Короче, давай персик и охуеть. Да, я не переживай базар, Владосик. Маки Шугар Дэнди. Дай боже. Ну, лона, блин. Сгущенка. Сгущеночка. Сгущеночка, базар вписывает. Сгущеночка, ебать. Хорошо. И такая, ну, в натуре, такая случайность максимально. Блядь, бля, не, ну я... Не, кстати, выглядит, вот, мне кажется, если бы кукурузка... И не колбаса, а охуенно было бы. Дупа злипнет. Уже было так... А там оно нахуй еще шоколадочка. Ай-яй-яй. А представь, когда оно все поджарится. Бля, а ну рассказывай вишек. Дедушка Мороз, бородатый звать, нахуй ты сюда пришел, пидор бородатый. Ну что, я слышу. Ну что, пацаны, осталось? Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ингредиентов, ебать. Ну понятно, что я с бабу. А там не что видно. Что меню нюхуешь, либо? Блять, так и знал. Да ну нахуй. Варенье. 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 Варенька нахуй. Шлифануть варенечку. А варенье с малины. Иу. Ой. Сашко, ну давай. Ебаш. Такие у нас, конечно, намазки ебанутые. Фу, блять. А если по бортикам? Блять, сейчас с томатной пастой, блять. С маколой, да, ебанутой? Что, мы же маханемся? Ложку лысь? Ложку лысь? Чё, не? Нам бы что-то персиком и немножко. Здесь, блядь. Как лучше, же она лучше смотрится? Лучше вот тут. Ты газов. Смоколы кап. Блядь, сейчас самый такой момент именно отважный. Да всё, персик. Ананас. Хорошо. Ананас плохой. Нам не надо, блин, точно, ебать. Ананасик, это дуже добро. Очень дохуя сладкого, это кроме мяса вообще по хуйне. Сейчас ананас, ебать. Ты что, открывачка нема? Нема. Блять, аж мурашки по коже, блять. Царижен ножом по металу, блять. Да. Мама уже убила б мене за таке. Ууу, аж холодно стало. Тільки що, блять, потуку пался, а тут, блять, холодно. Ууу, пацани, блять. Знаєте, це як по пластику оце. Вкусу. І вай банку подніс, пішло, я сидів. Чікс. Оп. Можна 4 штуки. Фу, зібатяк. А ти руки помив? Конечно. Дивись, носа булька. Какая сладенькая булечка. 4 это все. Вот так вот. Ананас. Иу. Зараз сейчас по одному выберем и можно и что? И пишу я нахуй.
Вот так вот. Опа. Ти бачиш, скільки начинки. Блять, тут усе маленькі. Ну, непонятно, не на чій стороні, глянь. У них якась така поня, знаєш, типа, воздушна, типа велика, а в нас наоборот якась впресована. Тут вообще прикол, колбаса, на ней банан. Тут вообще песня, подожди. Подожди. А колбовать что? У вас еще один ингредиент будет. Ты ебать. Давай. Тут что, не потяни, нахуй, все хуйня осталось. Селедка. Иу! Селедочка, ебать, хорошо. Вот это все, теперь самое... Ну, одно из самых страшных съебалось. Осталось последнее, что не страшное. Ебать. Ай, селедочка. Так и знал, так и знал. Ай, селедочка. Ебать, селедка, сука. И вы наши у него стояли. Сколько оно тебе стояло? Вот два. Пару дней буквально. А еще открыт. Моточек раз. Давай, ебать. Эндемс, нахуй. Просто я, если никого не знаю, как селедка жарится. Охуенно. Селедочка и варенье. А что она будет даже не жарить, а запекаться? Какими маленькими? Молочные. Детячие. Детячие. Срачка зашла в чат. Ще пока не. Ну вечером, завтра зранку буде точніше. Такий запах, звісно, я вам скажу, пацики, не із приємних. Іменно оцього такого, можна сказати, сита. Блядь, і воно пропитається друг з другом. Клас. Міксбокс. То, що треба. А я їбу нахуй. Максик G5 ловить, їбать. А, зараз, блядь, ловим нахуй, братик. В туалеті. Так от G5 будемо ловити нахуй. Завтра вихідно. У всього Ютуба. Все равно, як-то наша, як-то, блядь, попряд. Ну, якщо не селюдком, Максик Ради. Довольный сиди! А нам, блядь, еще один сверху. Сейчас персик вытягиваю, вообще класс. Персик. Ебать! Персик! Хорошо, блядь, Максим, ты красавчик. Чисто посладенькому. Красавчик, ну, мне кажется, да, а что ты так сразу наказал? У вас и острое, и сладкое, и соленое. Соленое, у нас микс вообще максимальный. У вас больше, типа, мои идут все одно. Варенье, корейская морковка, селедка. Чуть, мне кажется, вам просто треба было мазить, попросить всего по одному выкласть, и хай назад закрутят. От я чесно не представляю, коли воно ужариться. Я теж, блядь, що це інтересно. Коли воно навариться, це все буде нажариться, блядь. Дежаву. Кізару, дежаву. Чого, Санечик, давай. Це жорстко, я не кажу. Все красиво. Ну, па. Опа! Вибирай одно. 2 на 2. Помідорчик. Ти, блядь. Пісня. Сучі. Уже нарезаний. На масі. Помідорчик. Ой-ой-ой, та. Вообще, отаку. Ну давай ще щось сюди додавим. Та ще по одному було кожному. У кожному буде по одному щось. Ви і ми. Да, ви починали, ми закінчуємо. Ой, бать, ви вже і витягнули, і нарізали, і бать. Да. Да, вже все. Вже і поклали, вже навіть запихли майже. І так, що Максик тянь? Лимон. Пиздец, блядь. Чи панікувати? Лимончик в самий раз. Охуєли. Ні, так стой, у нас заправка ета. Звучонка. Звучонка. Нам треба було лимон на селедочку, блядь. Мене вже тошнить, дає чуть-чуть вас один в натурі. Дивіться на таких ось аж поташніє на цьому відео. Тебе спрашують, як набрати від? Та усе, пацани. Дві піци такі в день і охуєнно все пойде, їбать. Саня, це просто вибір житті. Осталось 2 інгредієнта. І так. Що? Конфетті. Конфети. Конфетті, блядь. Ну, зараз конфетті. Цукерки і коровка. Іу! Хорошо. Ну і все, і тобі цибулька виходить. Ну тобі вибирай, все, можеш відкривати. Все, відкривайте. Відкриваємо карти. Буля. Цибуля. Хорошо. І отлично. Луковочку. Лук, сука, цибуля. Бать, прикинь, конфетка коровка, їбать. Ти ми подвоє. Вместе з селедочкою, будь-якими помідорами. Так, щас тут відріжу. З вареничком. Біля селедочки, щоб нароматизувалося. Підпустила, їбать. Цибулька. Нароматизувалося. А це цибуля, ще й фіолетова. Коровка, сука, джемом своїм набризала, блядь. Та тобі, мені кажеться, мій джем, як би, піцца не іспортить. Кажеться, у нас навіть буде охуєнні. Макс, ти кажеш, закашлявся, вже просто вкус этот представив. Де сметана? Я питаю, де сметана? Так, ну що? Це все? Все. Озвучте хто-небудь кожен інгредієнт на цій піцці. Ну, капітани кажуть свою піцу. Короче, пацики, у мене, в моїй піці, такі інгредієнти, як горішки 5-го уровня, сирочок, після сирочка у мене йдуть перчики халапеньо, потім після перчиків халапеньо йде моркочка корейська, потім ММДМСік, потім паста томатна, огурчики, вареньячко, сільодочка, оливочки, помідорчик і конфеточки, коровка. З джемом? О, дай Боже, Максончик. У нас все намного круче, пацани и девчата. У нас получается зефир, кукуруза,
хлопья, апельсин, лимон, персик, ананас, лук, колбаса, цибуля и хлопья. А, и грибочки, да, о, грибочки. Все. На сколько их и на какую температуру? Для начала на 180. Даже на 170 можешь. Кстати, сука, парню, блядь. Я? Да. Братик, если я бы парню, ну как бы. Я бы уже потерялся. Ну. Ну, мені, звісно, Максончика не перебити. Максончик тут на першому рівні. Максі газує, блядь, пізда. Що дай Боже. Давай пізда. Блядь, чесно, от за що я переживаю, як воно буде спрацьовувати іменно селедка, мені кажеться, ну от селедка, мені кажеться, зажариться на засуд. Заварення, думаю, що буде хуйня. І от оце гостре іменно я переживаю, бо в мене от я до гострого максимально хуйово. Типу, якщо що-то з гострим їсти, блядь, все. Пацки, не беріть мене взагалі нікуди. От. Ладосик? Що, поїхали. Подивимося, що там. Блядь, ничем не пахло. Блядь, а пахло, значит, они даже не хуёвые. Сначала ничем не пахло, потом как понесло шоколадом. Вот секс-машина. Та яка там секс, блядь. Машина подолбає бізну. А мука хуйня, ебать. А от, шо шо, а мука хуйня, ебать. Серёдка, а мука хуйня, ебать. Вот так вот нахуй. Хую, что поправиться. Дзинь. Опа. А у нас осталось 6 хвилин. Кушать. Ой-ой-ой. Подсуетитесь трошечки. Ахуй, блядь, хуй. Воняет, но... Сейчас подуем, покажу. Так, это... Дивай, блядь. Так, сейчас даю каждому по тарелочке. Набагато ярче. Спасибо. Ну, блядь. Приятного. Слюнки, да, текут? Мне кажется, мясо даже не могу. Тяжка ты, людина, блядь. А, нахуй, мне еще снизу. А, ты тебе, нахуй. Спасибо. ММДМ-сик, цей сладенький. Давай. Блядь, чисто я вийшов зараз розвалити. Бать, це тесто, да? Ну важка ти людина, піздець, блядь, я тобі кажу нахуй. Стой, ну що ж ти робиш? Поїхали. Тебе твоя вилка піздець помагає. Давай. Та, Максончик, перестань. Оп, тепер ваша десятка. Ой, страшний. От хорошо, що в мене нос заложений чуть-чуть. Так, Макс, сюди ще так коротенько так кусочок дам. Ох, як же вона воняє. Блядь, чисто такий, значає, то... Каша просто. Гівна наклали, блядь. Ебаш так. Бля, ну в принципе, у нас чисто колбасой пахнет пицца. Бля, у нас, сука, хуйня. Да, колбасой ебашить нормально, бля, нахуй. Тесто реально сладкое. Ну, ты же не за что сказал. Це коржик? Ну, тесто сладкое преимущество у нас, да, потому что там сгущенка, все приколы. Максучик, вам як десертика маленькая. Вони едят, я так бачу прям. Бля, это вкусно. Да? Сырочек. Базару. Всем приятного. Чувствую, халапеньо дают, дай боже. Братик, не хочешь покуштувати? Не. Халапеньо. Да? Така, а? Хорошо, помидорчик. Я чувствую, блядь, мене вже все. Мене рот ебе вже цей. Как же халапеньо. Колбаса, шоколадка, пиздец, охуенно, кстати. Ууу, блядь. Ебай, она же говорит, о. Бат. Спасибо большое за всем спешного. Да не думал, что я так буду в прямом роге выдумывать. Игра вкуса, пиздец, во рту, ебать. Ну такая, да? Я же вообще не переношу. Че, прикольно? Хуйня нахуй, сука, фу, блядь. Ну и, ну и хуйня, блядь. У меня уже жопа. Кушайте, блядь! Кушайте! Бля, довольный. Смакуй, блядь! Смакуй эту пиццу! Смакуй, смакуй! Да, блядь. Да, что-то... Сука, ну и хуйня, блядь! Спасибо! Ебать! Оно печит нас! Вкусно, да? Напишите вкус, что у вас вообще. У нас чисто сладко. Бурить ебалу. Она печет нас! Так вам плохо, что туда сыпать было. У вас просто, говорит, ебало, да? Фу. Часто я не сладко не чувствую, чувствую просто, что говорить. Я живий, блядь. Блядь, сначала так вкусно было, сейчас хуйня. Считаю, что мы победили. А? Да, ну его нахуй. Базару. Мы доели, а вы... Тебе честно, перше місце. Попробуйте, ебай, реально. Ебай, нормально схавал. Ну, блядь. Попробуйте, реально. Вот это? Ну такая, типа, более-менее. Если бы не колбаса... А давайте обменяемся. Сашко, будешь? Нет. Да что ж такое, братик? Острый, что... Какое халапеньо, сука, это пиздец. Бля, мне кажется, орешки эти дали. Каже, не будешь колбасу, чин-чин. А вот так вот, нахуй. Не, просто... честно, очень острый. Попробую просто. Для меня, ну, целый барьер, який я точно не придумал. Бля, лук тупо шукал. Рот печет, нахуй. А? Лук шо... Понял? Ага. Ууу, да? А-а-а! Селедка.
Серёда, ты попал селёдку? А рот не горит? Не, рот не горит, но селёдка хуйня. Селёдка в духовке, это такая хуй. Фу, это рогатека, реально. Ещё с томатным соусом. Сейчас и я попробовал селёдку, вообще было похуй. Только взял вот это... Бананчик. Это пиццу до нас съел. Я лучше это и поем. Селедка с духовки это просто фумах. О! О! А нормально, кстати, пошло. Вот так сейчас хочется сделать. Ты прям аж в грудях встал. Че молчим? А? А? Кофе попьем? Пойдем кофе пить, нахуй. А? Че молчим? А? Че молчим, блядь? Нет, скажу так, чисто по секрету между нами. Я бы еще это бы съел, но вот это бы, честно, это даже бы за 1000 гривен бы я бы не съел. У меня так селедка вот. Вот то АСМР, хлопцы, да? Бля, вкусно? Ну, по сути, вкусно. Ну, по вкусу не очень вкусно. Ай, бля. Будь здоров. Спасибо. О, пошла. Бля, кукурузка есть? Куру. Пять у меня, сука, огурцы, блядь. Хлопья, бля, кукурузка. Пошла магия вкуса в животе, блядь, вот это. Блядь. Я буду спать, я тебе хочу. Короче, в конце, да. Вам за ваху, сейчас думаете. О, ребятки, ты не понимаешь. Пицца получилась неплохая, но мой вам совет, такого лучше, пацаки, не делайте, реально. Это перевод продуктов, конечно, страшный. Хавайте с кайфом, брат, кайфу. По кайфу, как говорится, похаваем. Ну, неплохо. Кстати, наша такая, типа, еще, ну, один кусочек съесть можно, но ихнюю, конечно, вот это селёдка... Ну, поначалу у нас ишло все заебись. Да, все заебись. Мука — це хуйня. А мука, конечно, мука хуйня, ебать. Ну, конечно. Вот шо, а мука хуйня. Блядь, я так, что у меня так за всю муку, блядь? Хоть получилось охуенно сладко, блядь. Ну, я думаю, завтра мы все будем в одних условиях, как сейчас у нас Максик, ебать, в таких же условиях, не очень благоприятных. Всем вам большое спасибо. Это было классно, прикольно, охуенно. Потому до скорых встреч на наших стримах и видеороликах Максика. На связи, пацаки. Иу! Спасибо всем. Лучше. Ебать.